Во всем была виновата вот эта обезьяна. Вместе с другими зверями она плыла на советском пароходе из Голландии в Советский Союз. Но случилось так, что сопровождающий зверей-надсмотрщик заболел и был снят с борта парохода. И тут-то обезьяна натворила дел. Она помогла вот этому тигру выбраться из своей решетчатой каюты. Буфетчица Маргарита не испугалась тигра. Она смело бросилась на помощь моряку. О том, что произошло дальше, вы узнаете из фильма «Полосатый рейс», в котором участвуют известные дрессировщики Константин Константиновский и Маргарита Назарова. Режиссер фильма Владимир Федин, оператор Дмитрий Мехтиев. Съемки фильма происходят на специально оборудованном грузовом пароходе. Тигр Пурш – опытный киноактер, участник многих фильмов. В своих ролях Пурш всегда свиреп, а в жизни, как видите, вполне добродушен и ласков.